Приветствую вас на канале ArtCat. Сегодня глаза будут проходить Doors. Надеюсь, хотя бы один глаз из нас дойдет до конца. Но это не точно. Ну что, Лига Робокс, погнали? Погнали. У меня такое внимание, что такое впечатление, что кто-то за мной наблюдает. Может, кто-то из наших глаз? Какой-нибудь из... Пацаны, погнали, уху! Какой-то... А что ты сегодня без отмычки? Он не купил ничего, прикинь. Он зажал отмычку. Обалдеть. На этой отмычке. А, так он у него в руках, смотри, его определять я просто сегодня третьего лица играю. Давайте спидран. Почему я представляете, друзья, это первый ролик, когда у нас стрим почти одинаковые. Он боком бежит. Подожди, RedCat. Боковой, подожди. А башка есть, кстати? У тебя... Что? Свет? Стой, это какая дверь-то? Не знаю. А башка есть, Ред? Да, есть. Так, все, трэш, все живы? Друзья, это какая комната-то вообще? А почему я бегу быстрее, седьмая, чем вы? Потому что ты витаминки глотаешь, как не в себя. Может быть, из-за этого все-таки... Так, Нобзи налево, я направо. Ребят, я уже нажал, если что. Наелся таблеток и играю в Roblox, что ли, надо было снимать? Ну, у меня, типа, ну я же глаз, у меня должны быть глаза, там, типа, лицо. Наелся грибов и зашел в Roblox. Наелся, короче, пиццы. Интересно, у нас будет красная комната? Сегодня опять доставка будет, кстати. Через сколько к нам везет? Через 3 часа. Мы успеем это снять. Ну да. Это хальт. Ребята, что-то моргнуло. Хальт, друзья, хальт, капец. Ну хальт, от третьего места я еще не проходил. Трэш, друзья, на самом деле. Хальтища. А, нет, я сдох. Хальт от третьего лица пройти невозможно, мне кажется. Ты от первого не можешь его пройти. Да, кстати, кнопки, ты же постоянно сливаешься на хальте. Если витаминки не кушаешь. Кстати, представляешь, что, RedCat... Кстати, если сдыхаешь, хальт пропадает, ты можешь просто по коридорчику пройти спокойно. Ну да, потом полутать можно здесь. Знаешь, когда мне появлялась красная комната 50-я, в этой же игре у меня заспавнился на 13-й двери хальт и на 7-й двери амбуш. Ты на что-то намекаешь? Я намекаю на то, что сейчас кто-то Ред опять его не заметит. Да, Ред скажет, ой, ой, друзья. Да-да-да, Shadow, это вообще шикарно. Какой-то глич, короче. Спасибо, ребята, за то, что вы пишете комментарии. Если бы вы не написали комментарии, я даже не знал бы, что мы Shadow встретили. Вы даже не знали, что вообще что-то было. Ну. Это просто бомба. Какой-то глич, ребята. Скрич! Реально! Кто псыкнул? У меня скрич. У меня скрич был. Причем я случайно повернулся, и он меня уже доедал, там, знаешь, так чисто. У меня уже глаз 10 он захавал, знаешь, я такой уже за голову не хотел. Кусочек откусил, да? Да-да-да, уже. Я такой, куда? Глаза оставил. Подожди, за что он там тебя укусил, да? За что там? За глаз, наверное. А, я помню, что в одном ролике сказал, что его за яйца скрыч укусил. Да, не было такого. А я видел... Ага, у меня в ролике есть такое. Я видел комментарий. RedCat вырезал, а Кнобзи не вырезал. Ну, видишь, как... Кого не вырезал? То, о чем я думаю, или момент, где он это сказал? Да. Так, подожди, раш! Ё-моё. Ладно, серьёзно, что ли? Я не слышал раш, просто. Собраться надо. Мне обосраться надо, или что? Вы такие классные. Получается, да. Картины. Да. Еще как классно. No. Я просто Кнобзи. Я же не RedCat. А я вообще просто. Что ты оскорбляешь-то? Все, погнали. 26-я, что-то мы спидранили, по-моему, нет? Следующий ролик будет раком и пиной. И щук. Щук рака. Рак. Это Ред пытается уйти, этот Ред пытается сменить тему, короче. По поводу рака? Да. Подожди, а где вы ключи взяли? Мы? Это когда в лифте ехали, я купил такие ключи, там 2 ключа в руках. Ясно. Все с тобой ясно. Да. У меня классная идея для ролика появилась, но я вам пока не буду говорить ее. Я сам запишу, да. Я сам такой догадаюсь. Я сам запишу, да. Что говоришь, Кно? Раш, не вылазьте. Как он через закрытую дверь проезжает? Быстро. Ой, глаза. Да ладно. Наш этот. Ура, мы встретили глаза. Оп, я повернулся даже. Но он что-то не заценил, короче, он мне что-то побил. Сказал, не похоже. Получается, что фигня какая-то наша. Фигня какая-то, да. Что, глаз тварь?
Сэр. О, сик, друзья. Нет, это сик уже. А, да? Ладно. Да. Опять эта комната, помнишь, бабка, которую мы... Я уже их как облупленных знаю. Не, не здесь, не здесь. Кнопзи, с другой стороны. Дорогой. А есть в комнате отмычка? Я не знаю. Нам нужна ли какой челлендж снимать? Дорс, но я без головы, вот, серьезно. Голову Дорс, но я с закрытыми глазами. Мне кажется, вот это легко будет. И то пройти. Легкие 100 дверей, друзья. Изи-пизи. А можно, кстати, будет? Так, я ничего не вижу. Челлендж? Есть. Ну, нет, здесь давайте, побежали. Я попробую, парни, сейчас с закрытыми глазами, парни, пройти сика. Если так думать, то челлендж реально прикольный. Так как ты будешь с закрытыми глазами? Я вот я закрыл. Я забежу глаза и буду проходить. И будешь в лифте, да? Нет, нет, ну почему? Тебя выкинет из лифта. Да, твори 20-я смогу дойти, мне кажется. Не знаю, не уверен. Думаешь? Уверен. А как жалко, ты шкафы-то что, увидишь? Жалко, да, прятаться. Это нереально жить, я не чувствую. Лево, лево, лево! На ощупь не чувствую. Ты перепутал... Я тоже перепутал, направо. Но направо. У меня витаминки, поэтому... Они спасают. Что, ты мне обосраться? Ты еще не? Я думал, ты уже. У меня... Давайте с руками поздороваться, пожать руки как-то. Я с огнем поздоровался, мне как-то уже на руки. Мама говорила, не играй с огнем. Дарев. Пока. Так, у меня что-то меньше половины хп, если пластырь найдете. Не, окей, заберем. Не забирайте, да. Запомнил. Вижу пластырь, нажимаю на кнопку Е, да? Да-да, инструкция правильная. Ставьте лайк, если у вас никогда не было в игре амбуша. М, ну типа как Бэйол, чел. Моргает. Сейчас такой амбуш. Я хочу за шкафом спрятаться. А, он... Чё? Кнопки, чё такое? Ты сдох? Я спрятался за шкафом, меня сожрал. За шкафом? Или в шкафе? Ты не перепутал? За шкафом. Так, а чё ты... Ты был вон? Ты думаешь, он тебя не заметил? Давно? Какая хрень работала? Не знаю. Ну, сейчас не работает, видимо. Давай. Видимо, что-то сломалось. Готов, Red Cat? Подожди, мне надо... А, уже фигура проходит. Ну, ладно, хорошо, что я сдох. 50-я красная. Нет. Нет. Не красная. Оранжевая. Shadow! Оранжевая. Где ты Shadow увидел? Вон бегал только что, ушел налево. Ушел налево. Понятно. Может, ты налево пойдешь, Ред? Нет желания? Нет. Нормально, пацаны налево не ходят, там налево. Мы же без женяши играем. Понятно. О, подожди. А что он стоит-то на месте? Да-да-да, я тут же вопрос... Не, у меня вопрос другой. А человек тогда к нему иду, если он там стоит? Я думаю, он ушел давно. Я тоже к нему пошел зачем-то. Видимо, мы играем с огнем. Так, где ты шумишь, книга? А, вижу тебя, все нормально. А вот тоже редкая? Подожди, а ты че? Я пойду за этим схожу, если что. За белым надписью, короче. Давай, давай. Он обратно вернулся, что-то он... Да, я вижу, он нубяра какой-то. На второй я решил не ходить, этаж. Упс, 6, 7, 9, 1, 3. Поехала. Ну какой поехала? А, подожди, ты где? Угу. Погоди, они не открылись почему-то. Все. Вторая твоими кулаками их убил. Блин, хорошо витаминки были. А! Тимати. Рад, классные кулаки, можно подергать? Тимати. 54-я. Мана. Есть отмычки у кого-то еще? У кого-то? У меня или у тебя? Подожди, а вы все вы? Только такой вариант. Кто-то умер? Кнопзи же нету. Блин. Как так-то? А он не успел возродиться, короче. Так я сдох, уже два раза сдох. А когда ты второй раз? А, он ты два за шкаф, раза. А второй... Да, да, да. А второй... Я просто... За 50-е. У меня был жесткий челлендж хальт от первого лица. Я немного не вытерпел, не терпила, короче. Понял. Я ключ нашел. Ладно, бабка. А, все, супер. Мы с тобой двоем, по-моему, еще не проходили. Или проходили? Да мне кажется, мы легко пройдем. А, не знаю. Мы проходили либо Red Cat, или мы проходили глаз. Либо бабка и я. Блин. Мы проходили. Слушай, глаз нас любит прям. Три удара. Мне то же самое. Ну, у меня больше половины. Можно не хилиться. Ну, правда, и нечем. Можно не хилиться. Так что можно не хилиться. У тебя сколько хп? Чё-то как-то, друзья. А у меня... Минус 15%. Что значит?
А-ля-ля-ля. У меня а-ля-ля. Больше половины или меньше меня интересовало? Ну, конечно, ладно. Больше. Я бы уже плакал, если бы было поменьше. Не плачь, папа, 61-я, друзья, дверь. 61-я плохо, дверь. Что на этом... Открой дверь. Ага. Плохо, что глаза не с двух сторон. Со спины, когда идешь, за тобой глаз не видно. Стань между бабкой и глазом, будь два глаза. Да, угловая бабка. Так, подожди, тут же пластырь, я знаю. Стрип пластырь? Прикольно, забрал пластырь. Чуйка. Серьезно, пластырь? Да. Ну что там? Представляешь, надо... ты открываешь, а там Тимати. Мне надо еще один пластырь. Представляешь, ты открываешь, а там доктор Ливси. А там Кнобзи. Так, там открыто, кстати. Да, да. 66-я. Да что такое опять? Тебя сам будешь. А вот. Нет. Не, хорошо. Рано еще, мне кажется. Давай, бабка, это... Без смертей проходим. Жесткий. Давай. Челлендж. Я думаю, в принципе, возможно, мне вполне. Кажется, тут только от амбуша можно слиться. Я в последнее время от амбуша сливаюсь почему-то. Почему? Не получается пройти. Как так-то? Не знаю. Он же легкий. Раньше всегда проходил с первого раза. Вы знаете, что я не могу пройти? Это рубка. Да. Рэш, чтобы ты понимал, у меня нету даже бейджика за рубку. Но ты пытался вообще пройти? У него есть бейджик халява. Не, ну подожди. У меня даже 100 в мэне есть, и то, что... А этого нету. Рубки. Опять моргает. Успеешь или там останешься? А, я уже пошел. Окей. Уже выбора нет. Так, я открою отмычкой, потому что там долго мы будем искать. Без погнали. Света. Или он нам откроет, подожди. Нет, 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 не открыл. Не, мы не успели, не открыли ему. Не захотел. Не захотел. Не, не обязан, да? Что? Я слышу вот этот. Свет? Ой. Стой, я вижу где-то этот. Слышу. Ты уверен? Ключи. Нет, показалось, наверное. Так уже будешь искать? Не, не хочу, погнали. Ну, ладно. Я фонарик нашел и пластырь нашел. У меня есть зажигалка. Что-то не понял, друг. Что-то моргнуло. Еще раз моргнуло. Не фейк. Дей. Прикинь, ты удержали 10 минут на уролике. Вот это Джек! Оп! Джек! А-а-а! Джек убил! Все, друзья! Редкэт провалил! Парни, красная комната будет! Блин, мне Джек попался, обалдеть! На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ты не забрал мою витаминку? Не-не, я ничего этого не забирал. Ну тут не витаминка, правда, а зажигалка лежит. Подожди. Скрич, ты нормально вообще? Почему у меня... А, там длинная вашу... комната была? Подожди, а почему я вас не вижу? Почему? Просто... А ты пробежал уже длинную комнату? Нет, видимо, тебя вперед просто закинуло. Да, потому что я уже впереди, я уже лутаю. А где красная комната? Я его собнул. У меня батарейка есть. Тебе надо батарейка? Ты говорил, у тебя есть фонарик. У меня есть фонарик. Иди, бери, иди. А где именно? Левая. Понял? Либо. Налево. Налево. Понял? Налево, пошли. Да. Наливайку, мы говорилка, стаканчик. Да. Псыколка опять. Псыколка? Псыколка. Псыколка. Так. 78-я дверь, друзья. Псыколка. И опять. А, нет, это уже глаза. Не, опять. Ты еще не умирал уже, да, в этой игре? В этой катке? Не. Я не-не. Не-не? А че? А что тут умирать-то? Это уже одно и то же каждый раз. Мы же как-то убираем. Не, не туда. Я просто с челленджами всякими дебильными. Кнопзи, он просто не умеет по-нормальному играть. Ему обязательно что-то придумать надо неадекватно. Чтобы сказать, что это ж челлендж. Пошли. Сейчас. Да, 80-я комната. Бегу, бегу. Почему вы меня обижаете, скажите? Ну что я вам сделал? Вы когда тебя обижали? Не что? Помню такого. Я тоже не помню. Почему темно, я не понимаю. Скрич! В темноте вас вообще не видно. Вот ты когда следишь. Здравствуйте, знаешь, когда не братья, весело, глаза. Мы одинаковые с Редкэтом. Сидим. Два деда. Два деда. Так, ну что, погнали. У тебя есть витаминки? Погнали. Не, зачем они? Не знаю. Вообще. Сейчас бы бежал, рассказывал, куда нам налево или направо. Центр. Слушай, я прям по центру пробежал. Лево. Согласен. Лево, прямо. Право. Право. Так, право. Два глаза. Синхрон. Лево. Лево. Как определить, как мы бежим, да? Синхрон. Так, все аккуратненько. Огонечек пропускаем. 90-я дверь.
Лутаем ящички, ничего не находим. Мы с тобой даже ящики в одно время лутаем. Так, Ред, ты готов? Сейчас мое самое нелюбимое, амбуш. Открыто. 92-я. Один мост на двоих. Эй, опять глаз. Да что ж такое, третий раз, вы чё? Ну... Ой, я в него прям зашел. Откроешь? Не задамагал. Так умереть можно. Да, все. Я в прошлый раз тоже так зашел. Я повернулся, он такой был. Ну что ты меня убил, да. Откроешь? Так, готов амбуш? Дверь откроешь? А, амбуш? Давай, ладно. Так, все, погнали. Давай. Сразу выходим, да, как пролетает? Естественно. Так, раз. Так какой раз? Заходи. Три. Все. Ага, потом этот меня вытолкнет обоих. Раз, два. Раз, два, три. Два хватит. Заходим. Все? Не, я рисковый парень. Все, погнали. Так. Раз, раз, два, два, три. Три. Все. Все, пойдем. Сейчас такой тормоз амбуш. Ну, этот раз я выжил. Здорово. Я попал на весла кабанчик. Что? Опять моргает? Не, не может быть. Не верю. Ладно, я тоже не верю, но лучше в шкаф залезу. На всякий случай. Погнали. Идем. Рискуем. 98-я дверь, друзья. Ой, опять глаз! Да блин, сколько можно? Четвертый. Слушай, это, наверное, чаще всего у нас попадалась сущность, да, которую мы оделись. Тимати нас игнорил. Мне кажется, даже то, что больше, чем раз появилось. А если мы делаем скин и шейду, нам будет каждый раз шейду попадаться? Надо проверить. А это тебе челлендж, слушай, чтоб... Да, ой-ой-ой, я не в ту сторону пошел. Это надо еще сделать, надо сделать еще дефку. Кстати, говорят, знаете что? Интересную штуку. Что если после Сика в окно посмотреть, то можно Салли встретить. Надо проверить. Ну. Ну там он типа 3 секунды только. Там платье, если у вас сегодня в городе было землетрясение, могу сказать 4 балла. Ладно, уже поставил. Рассказ, что, пойдем проходить рубку на скорость? Ну давай, да. Давай, раз, два, три, пошло. Понятно. Дело. Мне кажется, что бабка победит. Три, четыре. Блин, мне что-то подлагало. Не, я пас. Первый этап есть. Слушай, у меня подлагало, я все правильно нажал. Я не знаю. Нет. А, нет, не прошел. Все, красота, друзья. Так, только ты это, без меня не убегай. А, я убежал уже. Давай, давай, погнали. Да, я выиграл, я без жизни. Я сказал, бабка, это просто ну, в тебя ты, верю. Ну, ты босс просто. Лучше тебя да только Кноп заиграет. Да. Он об этом, это правда, так, не знает. Еще. Ни разу не проходил. Блин, я не прошел. Ну как же так? Не знаю. Да, слушайте, но это трэш. Четыре раза мы глаза встречали. Ну это крутой ролик. Это я считаю, да. Просто рекорд. А еще был круче ролик, где Red Dead Metal Shadow. Ну что, ребята, вот так вот мы поиграли. Подписывайтесь на Лигу Роблокс, смотрите все наши видео. До новых встреч. Всем пока.